Рот клей темно-красный, по-нашему бордовый пион, небольшого размера, махрово-корончатый, я бы сказала, анемоновидный. Снаружи широкие крупные лепестки, и на них лежит такая шапочка с искринками. Написано с искринками почему? Потому что вот каждый вот этот меленький лепесточек заканчивается белой точечкой, и они как бы создают искринки. Это вот в тени, а вот такой он на солнце шикарный. Это кустик продавала. В прошлом году продала вот такое вот, оставила себе. А этот с позапрошлого года себе оставила. Вот уже три цветочка цветет. Пожалуйста. Небольшие цветочки, но очень красивой формы. Рут клей.